Всем привет, меня зовут Анастасия, я инструктор групповых программ. Сегодня мы с вами попробуем новое направление боди-балет, или, как многие его знают по другим названиям, бары. Основной упор у нас будет на ягодичные мышцы и на мышцы рук, спины. Пресс также будет работать. Многие, кто был у меня на классах, знают, что в боди-балете работают полностью все группы мышц. Хорошо, давайте начинать. Стопы стоят на ширине тазовой кости, бедро подкручиваем вперед, начинаем с головы с разминки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Переходим в сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Хорошо, поворот в сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь, переходим на полукруг, вниз и наверх, медленно вниз и наверх. Стараемся максимально подбородок прижимать к грудной клетке. Хорошо. Последний. Отлично, возвращаемся в центр, начинаем работать с плечами. Круг назад. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, последний. Хорошо, переходим вперед. Также восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, умнички, один. Вырастаем наверх, вытягиваем ручки в потолок и поочередно опускаем каждое плечо вниз, 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 вниз. Хорошо. Еще. Четыре, три, два, один. Раскрываем ручки через сторону. Берем замок, выдавливаем грудную клетку. Вперед с выдохом. И округляем спинку. Переход вперед. Выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох, последний раз, вдох, выдох. Хорошо, остаемся с круглой спиной и из стороны в сторону потянули лопатки. Хорошо, раскрываем ручки, через сторону уходим на наклон. Бедро остается на месте, работает только корпус. Также с выдохом, поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Хорошо, восемь. Уходим в сторону, убираем ручку на противоположную. Бок, вытягиваем боковую поверхность, выше. Хорошо. Из этого положения переходим в диагональ. Спина прямая, таз толкаем назад, колени прямые. Держим. И медленно уходим к ноге. Колени сохраняем. Прямые, спина прямая. Дышим глубоко, глубокий вдох и выдох. Вдох и выдох. Хорошо, вырастаем наверх, меняем сторону, уходим на вытяжение, остаемся. Дышим, вдох, выдох, вдох, выдох. Последний раз. Вдох и выдох. Умнички, переходим в диагональ. Спина прямая, живот подтянут. Поясничка у нас не прогибается. Таз толкаем назад, колени прямые. Стоим. Держим баланс. Хорошо. Медленно уходим вниз. И продолжаем глубоко дышать. Глубокий вдох. Выдох. Каждым выдохом максимально старайтесь расслабить мышцы. Их ждет активная работа. Хорошо. Вырастаем. С
встаем по центру, стопы практически вместе, делаем глубокий вдох, округляем спину, с круглой спиной уходим вниз, стараемся ладонями дотянуться до пола, покажу сбоку, с круглой спиной вниз, ладони стараемся ставить в пол, спина прямая, и начинаем с вами подниматься на полу пальцы двумя ногами, поехали, раз, вниз, два, вниз, три, вниз, четыре, старайтесь максимально пятки толкать наверх, шесть, семь, восемь, остаемся наверху, поочередно опускаем каждую пятку вниз, хорошо, еще, четыре, три, два, один. Отлично. Обе пяточки наверх сгибаем колени, сажаем таз в пол. И наверх. Вниз. Наверх. Вниз. Наверх. Выпрямляем колени наверху максимально. Руки остаются неподвижны, плечи не двигаются. Хорошо. Последний раз. Остаемся. С круглой спиной вырастаем наверх. Раскрываем грудную клетку. Соединяем стопы вместе. Таз подкручиваем вперед. И начинаем с классического ролеве по шестой позиции. Ручки в подготовительной позиции. Поехали. Раз. Вниз. Два. Вниз. Три. Максимально пятки толкаем наверх. Выдавливаем вперед. Живот подтянут. Таз подкручиваем. Ягодицы зажаты, грудная клетка раскрыта. Добавляем ручки вниз. Раз, вниз, два, вниз, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, еще восьмерочку. Восемь, семь, шесть, пять. Четыре, три, два, один. Добавляем демиплие, демиплие. Ролеве наверх. Демиплие, ролеве наверх. Раз, и два, и три, и четыре, и пять, шесть, семь. Восемь. Хорошо, молодцы. Раскрываем стопы в первую позицию. Колени максимально втягиваем, прижимаем друг к другу. Внутренняя часть у нас максимально зафиксирована. Мышцы зажаты, ягодицы подтянуты, живот подтянут. Начинаем с вами работать с демиплие вниз. Раз, два, три. Спина прямая, четыре. Пять, шесть. Зажать ягодицы, не распускаем. Помнички. Еще. Четыре, три, два, один. Добавляем ролеве наверх по первой позиции. Колени не расслабляем. Готовы со второй? Поехали. Раз, вниз, два, вниз. Три. Плечи не поднимаем. Раз. Два. Три. Четыре. Хорошо. Демиплие. Ролеве. Демиплие. Ролеве. Демиплие. Ролеве. Умнички. Вот сейчас вы должны уже почувствовать, что у вас максимально разогретые ноги. Это был сегодняшний разогрев. Хорошо, еще осталось. Четыре. Три. Ягодицы зажать. Осталось два. Молодцы. Последний. Один. Три пружины внизу. Поехали. Раз. Два. Три. Наверх. Раз. Два.
три, наверх. Раз, два, три, наверх. Раз, два, три, еще четыре раза. Раз, два, три, наверх. Раз, два, три, наверх. Раз, два, три, наверх. Последний. Хорошо. Выполняем с вами батман танзю. Вперед, в сторону, назад. Колено не сгибаем. Колено мы зафиксировали и не расслабляем. Как зажали мышцы, да, у нас нога должна быть натянута как струна, так мы и выводим ее вперед. Стараемся вести ножку большим пальчиком вперед. То есть не скручиваем стопу, да, у нас не колено вперед, колено смотрит в сторону, по первой позиции, чтобы у нас максимально была задействована внутренняя поверхность бедра. Готовы, по 4. Ручки раскрываем, по второму поехали. Раз, правая нога, 2, 3, 4, переходим в сторону. Раз, колено натянуто, 3, 4, переходим назад, раз, ягодицы зажаты, 3, 4, переходим на левую, вперед, 2, 3, 4, переходим в сторону, раз, 2, 3, 4, переходим назад, раз, 2, 3, 4, хорошо. Отпускаем руки, немножечко расслабили и начинаем с вами выполнять батман танзю и жете. Работаем также с правой ноги, раскрываем в сторону, поднимаем наверх, опускаем вниз, возвращаем темп, чуть-чуть быстрее берем на раз, два, три, четыре. Готовы. 5, 6, 7 и раз, два, три, четыре. Таз держим. Раз, два. Нога работает отдельно от бедра. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Переход на левую. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Последний. Переход на правую. Батман танзю жете. И добавляем ножку на пассе. Сгибаем колено. Раскрываем. И возвращаем. Готовы. 5, 6, 7. Поехали. Раз, два, три, четыре. Вниз. Раз, два, три, четыре. Вниз. Вернулись. Раз, два, три, четыре. Вниз. Вернулись. Ягодицы сильные. Мышцы рук тоже держат. Еще четыре. Опускаем вниз. Осталось три. Мышцы живота тоже держат. Здесь и пресс работает, и спина работает, и ноги, и ягодицы. Все тело работает полностью. Поэтому фиксируем, держим себя. Готовы. Последний раз на правую. Раз, два, три, четыре, пять. Закрыли и расслабились. Переход на левую. Поехали. Готовы. Раз, два, три, четыре. Вниз. 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 Молодцы! Я верю, что у вас все прекрасно получается. Самое главное, следите за мышцами, да, чтобы они держали вас. Колено смотрит в сторону. Умнички, еще чуть-чуть осталось. Всего лишь 4 раза. Хорошо. Осталось уже 3.
Осталось два. Молодцы. И последний. Хорошо. Расслабились. И раскрываем ноги во вторую позицию. Можно вот сейчас сделать глоток воды, у кого есть водичка рядом. И кто не взял, нам еще пригодится либо стул, либо диван. Ну, что-то, какая-то поверхность, на которую мы можем сесть. Хорошо. Делаем вдох, выдох, вдох, выдох, последний, вдох. Готовы. Сейчас активно будем работать на внутреннюю поверхность бедра. Поэтому ставим во вторую позицию. Таз подкручен, ягодицы зажаты, мышцы живота. Поехали. Плие. Два. Три. Четыре. Корпус точно над бедром. Не уходим назад. Такого быть не должно. Это не присед. Мы его толкаем бедро над пятками вниз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Молодцы. Добавляем работу рук. Поехали. Наверх. Вниз. Наверх. Вниз. Наверх. Вниз. Наверх. Вниз. Еще четыре. Три. Два. Один. Отлично. Добавляем стопу наверх. Та рука, которая поднимается. Соответственно, мы добавляем пяточку наверх. Выдавливаем. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Плечи не поднимаем. Три. Два. Готово. По три пружины. Раз. Два. Три. Наверх. Раз. Чередуем. Правая, левая сторона. Правая. Раз. Два. Три. Наверх. Раз. Два. Три. Наверх. Раз. Два. Три. Наверх. Последний. Умнички. Хорошо. И теперь добавляем с вами демиплие. Разворот. Уходим вниз. Демиплие. Разворот. Демиплие. Разворот. Еще. Восемь. Вниз. Семь. Вниз. Шесть. Пять. Дышим. Шесть. Осталось всего лишь три. Осталось два. Последний. Хорошо, переходим на другую сторону вниз. Демиплие. И вперед. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Последний. Умнички. Хорошо. Собираем ножки вместе. Делаем глубокий вдох. Выдох и расслабили колени. Хорошо. Переходим на стул. Сейчас у нас будут задействованы ягодичные мышцы и мышцы живота. Встаем. Ладони ставим на стул. Поясницу не прогибаем. Мышцы живота подтянули. Лопатки собрали. Плечи не выдавливаем наверх. То есть спина у нас должна быть как одна прямая линия. Уводим одну ножку назад и поднимаем ее наверх. Она натянута у нас как струна. Ягодицы максимально зажать. Поехали наверх.
Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Еще. Четыре. Три. Два. Один. Меняем сторону. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Еще четыре. Четыре. Три. Два. Один. Хорошо. Возвращаемся к предыдущей ноге. Поднимаем ее наверх на уровень 90 градусов. И сгибаем колено, тянем его вперед. И раскрываем обратно назад. Поехали. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Колено смотрит в сторону. Шесть. Семь. Восемь. Еще четыре. Три. Два. Один. Хорошо. Закрываем. Меняем сторону. 90 градусов. Колено сгибаем. Уходим его вперед. И раскрываем ножку в исходное положение. Поехали. Раз. Два. Три. Четыре. Мышцы живота не расслабляем. Держим, держим. Восемь. Осталось. Четыре. Три. Два. Один. Хорошо. Закрываем. И немножечко расслабьте ягодички. Садимся вниз. Расслабили корпус, все мышцы расслабили. Хорошо, возвращаемся в исходное положение. Правую ножку убираем назад, диагональ. Поднимаем наверх на 90 градусов, уводим в сторону, из стороны, диагональ. Поехали. Раз. Два. Три. Четыре. Колено натянуто. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Молодцы, осталось всего лишь четыре. Четыре. Три. Два. Последний. Один. Хорошо. Закрываем ножку. Переходим на левую. Уводим ее в диагональ. Прямо до диагональки доводим. Поехали. Раз. Два. Три. Четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Осталось всего лишь четыре, три, два, последний, один. Хорошо. Уходим на вытяжение. Расслабились. Хорошо. Садимся на стул. Можно наконец-то немножечко расслабить ягодицы. И самое любимое женское движение, да, когда мы так элегантненько раз ножку себе
закидываем. Вот сейчас мы будем делать несколько повторений. Я думаю, что после этого вам захочется как можно чаще закидывать ножку элегантно. Готовы. Садимся почти на край стула. Колени 90 градусов. Ручку держим перед собой, раскрывая ножку. Колени и к себе. Оп. Раз, вниз. Раз, и. Раскрыли к себе. Раскрыли. Вернули в исходное положение. Спина прямая. Работаем. Восьмерочку. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Осталось четыре. Три. Два. Последний. Один. Хорошо, поехали. С другой ноги также. Поднимаем от колена, чуть-чуть отрываем от пола. Выпрямляем колено, сгибаем, разворачиваем к себе. Положили на переднюю поверхность бедра. Также открываем. Открыть сначала колено, натянуть. И вернули в исходное положение. Готовы. Спина прямая. Мышцы живота подтянуты. Поехали. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Еще четыре. Три. Два. Один. Хорошо, отлично. Остаемся в этом же положении. И что мы делаем? Мы ручки убираем назад, на стул. Поднимаем с вами обе стопы от пола, коленки, колени наверх, стали, наверх, стали, наверх, стали. Хорошо, спина прямая, работаем. Восемь, семь. Шесть. Пять. Осталось четыре. Три. Два. Последний. Один. Хорошо. Отлично. И теперь мы с вами переходим, ложимся на пол. У кого есть коврики, ложимся на коврик. Можно подстелить что-нибудь себе под спину, чтобы не было жестко. Ложимся вниз. Стопы ставим на стул. Поясницу стараемся не прогибать. И толкаем таз наверх. Плечевой мост. Поехали. Раз. Медленно вниз. Два. Зажимаем ягодицы наверху. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Остаемся наверху и добавляем мелкую пружинку. Две восьмерки. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Хорошо. Ложимся вниз. Коленочки прижимаем к грудной клетке. Расслабились.
Отлично, продолжаем работать. Стопы возвращаем на исходную позицию на стул. Таз отрываем от пола, подкручиваем его, не оставляем в прогибе. Поясничка прямая. И добавляем с вами работу одной ноги. Вырастаем. Раз, два, три, четыре. Раз. Выпрямляем ножку. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Еще восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Хорошо. Расслабили. Прижимаем колени к грудной клетке. И продолжаем такой же подход с другой ноги. Следите за тем, чтобы стул у вас не скользил. То есть, да, либо ставим на поверхность, на которой мы находимся, это коврик, или, может быть, какой-то плед, одеяло, да, на котором вы занимаетесь дома, чтобы, когда вы отталкивались от стула, он у вас не уезжал. Готовы, рабочая правая нога. Поехали, плечевой мост. Открываем наверх. Возвращаем. Отпускаем. Вниз. Поехали. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Последний. Восемь. Хорошо, ложимся. Коленочки подтягиваем к себе. Медленно вырастаем. Садимся на колени. И встаем лицом к стулу. Уходим на локтевой упор. И у нас сейчас с вами будет работать также ягодичные. Открываем ножку. Оставляем колено согнутым. Ножку открываем назад и переводим в сторону. Как это выглядит? Смотрим. Назад и в сторону. Назад, в сторону. Здесь очень важно сохранять угол 90 градусов в колене. Также мышцы живота остаются подтянуты. Поясницу сильно не прогибаем. Она у нас остается прямая. Готовы? Поехали! Раз. В сторону. Два. В сторону. Три. В сторону. Четыре. Еще восемь. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Последний. Один. Хорошо, молодцы. Теперь продолжаем с другой ноги. Поехали наверх. В сторону. Наверх. В сторону. Наверх. В сторону, наверх. Осталось всего лишь 8 раз. 8. 7. 6. 5. 4.
Три. Два. Последний. Один. Хорошо. Уходим на вытяжение. Руки оставляем на стуле. Таз толкаем в пол. И выгибаем грудную клетку вперед. С выдохом расслабляемся. Хорошо. Стульчик чуть-чуть отодвигаем, он нам больше сегодня не пригодится. Остаемся в колено-кистевом упоре. И расслабляем, округляем спину. И с выдохом максимально прогибаем поясничку, толкаем ее в пол. Округляем спину наверх. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Хорошо. И толкаем таз вперед. Грудную клетку раскрываем. Таз прижимаем к полу. Стараемся не оставлять его вот в таком положении. Таз уводим до конца, кладем в пол. Лопатки тянем назад. Плечи тянем вниз, макушка в потолок, грудную клетку раскрываем, делаем глубокий вдох, выдох, вдох и выдох. Хорошо. Стопы подкручиваем, ставим на пол, отрываем колени от пола и покачаться вперед-назад, поясничку еще больше выдавливаем пол и толкаем ягодицы в потолок, вытягиваем спину, положение собаку мордой вниз. Хорошо. С круглой спиной переходим через планку, возвращаемся в исходное положение. Также толкаем таз в потолок. И волна поехала, круглая спина. Переходим вперед. Последний раз. Собака мордой вниз. Круглая спина. И с волной. Хорошо. Уходим в положение. Поза ребенка. Таз расслабляем. Полностью. Все тело расслабили. Хорошо. Правое колено толкаем вперед. Выводим стопу. Оставляем перед бедром. Левая косточка вот тут тазобедренного сустава тянется к правой пятке. И уходим вниз. Растягиваем ягодичную. Хорошо, медленно вырастаем. И подкручиваем правую пятку под бедро. Садимся в полушпагат. Делаем глубокий вдох. И с выдохом убираем ручки назад, берем замок, выдавливаем грудную клетку. Дышим. Хорошо. Раскрываемся вперед, сюда грудную клетку поворачиваем. Левой рукой берем левую стопу, притягиваем к себе. Хорошо. Правая рука пошла в потолок. И уводим ее за голову. Тянем корпус к ноге. Раскрываем грудную клетку. Хорошо. Переднюю поверхность протянули. И теперь на левое колено мы вырастаем наверх. Правую ножку выпрямляем перед собой, колено прямое. И прямой спиной
Сначала животом, потом корпусом тянемся к ноге вниз. Натягиваем стопу на себя и в пол. На себя и в пол. Хорошо. Толкаем бедро вперед. И возвращаемся в исходное положение. Поехали. Переход вперед. И назад. Вперед. И назад. Переходим вперед. Ладони переводим на колено. Вырастаем корпусом. Давим на таз. Хорошо. Переходим в исходное положение. Потянулись к правой ноге. И убираем ее назад. Меняем сторону. Левую ножку толкаем вперед. Стопу выводим перед бедром. И ложимся, растягиваем ягодичную левую. Хорошо, вырастаем, подкручиваем левую стопу под бедро, вырастаем корпусом наверх, делаем глубокий вдох, выдох, убираем за себя ручки в замок, еще больше выдавливаем грудную клетку. Хорошо, теперь правой рукой мы тянемся к правой ноге, берем себя за стопу, притягиваем к себе, левая рука поехала в потолок. Стараемся достать до стопы, если не достаем, то руку держим за головой. Так стараемся достать. Дальше раскрываемся и вырастаем, встаем на правое колено, левую ногу раскрываем перед собой, тянемся к ноге вниз. Стараемся прямой спиной, прямой поясницей тянуться к ноге. Стопу натягиваем на себя и в пол. На себя и в пол. Еще осталось 4, 3, 2, 1. Толкаем таз вперед, переход назад. Снова вперед, назад. Вперед, назад. Последний раз вперед. Ладони переводим на колено. Корпус убираем чуть назад, чтобы весь вес тела остался над бедром. И таз максимально уходил в пол. Хорошо. Уводим левую ножку назад. И уходим в положение поза ребенка. Расслабились. Хорошо. Садимся на таз. Скрещиваем голень перед собой. Убираем правую руку в сторону. Вытягиваем плечевой сустав. Локоть прямой. И опускаем вниз. Мы не прижимаем к подбородку руку, мы опускаем плечо вниз. Загибаем и на локоть сверху надавливаем. Дышим. Хорошо. Поехали в диагональ. Прямой локоть убираем за голову. Вместе с корпусом уходим вниз.
вырастаем, загибаем за себя, выдавливаем грудную клетку вперед, подбородок поднимаем. Дальше. Раскрываемся, переводим левую руку. Опять же, локоть наверху не оставляем, а опускаем вниз. Хорошо. Загибаем. Диагональ. И уходим вместе с корпусом на вытяжение. Вырастаем. Загибаем за себя. Макушка давит на локоть, подбородок поднимаем. Похлопали, всем большое спасибо. Оставайтесь дома, занимайтесь вместе с нами на онлайн-тренировках. Берегите свое здоровье и своих близких. С вами была Анастасия. Всем пока, всем большое спасибо.